На очередном брифинге региональной службы коммуникации дали разъяснение о перспективе передачи земель перевалочной рощи из лесного хозяйства в городской земельный фонд. Намерения вызвали бурное социальное обсуждение, из-за чего были перенесены общественные слушания. Заместитель акима города Асхат Кульбаев подробно рассказал о целях проекта и ответил на вопросы журналистов. В Уральске живут неравнодушные люди, которые переживают за будущее своего любимого города. Перевалочная роща является одним из зеленых уголков, расположенных почти в центре Уральска. Заявление о том, что на территории рощи будет начато строительство, вызвало бурные дискуссии в обществе. По словам заместителя акима города Асхата Кульбаева, речь идет не о массовых застройках, а о прокладывании дороги и устройстве парковой зоны. Строительство дороги через перевалочную рощу в первую очередь обусловлено необходимостью создания транспортного кольца внутри города. Помимо этого, на территории самой рощи предусматривается строительство парковой зоны. То есть эти два фактора, они являются первой причиной для того, чтобы ставить вопрос о переводе перевалочной рощи из лесного фонда в земли города. Численность населения областного центра постоянно растет. За последние 5 лет горожан стало больше почти на 50 тысяч. Еще через несколько лет увеличится еще на 50 тысяч человек. Это требует улучшения городской среды, строительства новых микрорайонов и дорог. На этапе передачи земель в городской фонд государственная экспертиза запланированных проектов на территории перевалочной рощи не предусматривается. Она будет произведена, если земли будут переданы. Также было подчеркнуто, что никаких участков, имеющих кадастровые номера, в перевалочной роще нет. Это ошибка системы, которая будет устранена. Жилых строений здесь не будет. Проект предусматривает максимально возможную экологическую сохранность. Вопрос строительства дороги, который будет отдельным проектом разрабатываться, предусматривает собой обязательный раздел охраны окружающей среды, в котором эти вопросы также будут раскрываться. То есть на процесс строительства дороги предусматривает различные транзитные пути для животных, что-то вроде туннелей там и так далее. То есть это все в проекте будет предусматриваться, потому что строительство будет осуществляться именно в лесной зоне. Сама процедура перевода перевалочной рощи из лесного фонда в городской земельный фонд предусматривает этап общественных слушаний. Уже на этапе их подготовки поступило много вопросов от горожан, поэтому они были перенесены. Об их точной дате будет уведомлено за 20 дней. Ориентировочно они могут состояться в январе 2021 года. Екатерина Шмидт, Ербол Миндагалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.